И все больше утрачивается самоценность человека, то есть утрачивается ценность его опыта, знаний, его талантов и так далее. Я лично я против этого, поскольку я считаю, что человеческие возможности на самом деле безграничны, и доказательством тому являются выдающиеся ученые, великие умы человечества, настоящие профессионалы своего дела. Ведь у нас на самом деле очень много профессиональных кадров. Кроме того, так, почему же машина не может заменить профессионального переводчика? В первую очередь, потому что перевод представляет собой не запрограммированное какое-то действие, а творческий акт, творческий процесс. И я считаю, что машина не в состоянии вложить, грубо говоря, душу в этот процесс. Кроме того, полноценный и адекватный перевод предполагает не только точную передачу содержания или смысла высказывания, но и его грамотное перенесение из одной лингвокультурной действительности в другую. То есть здесь очень важен учет экстралингвистических параметров. Это и фоновые знания, это и культурные особенности и так далее.